Афганская энергетическая компания ДАПС запросила у миссии ООН по содействию Афганистану помощь на сумму 90 миллионов долларов для покрытия долгов перед поставщиками. В случае отказа компания будет вынуждена требовать погасить долги у потребителей электроэнергии, которые не оплатили счета. Сообщается, что наибольшая сумма задолженности приходится на Иран – более 25 миллионов долларов. Таджикистан и Узбекистан заявили, что не станут останавливать подачу электричества в зимний период, несмотря на существующие задолженности. Напомним, долг Афганистана за электроэнергию уже составляет порядка 62 миллионов долларов.